Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере на ролеплей Центральный Рокух. Мой ник здесь Кирилл Подбуловин, не забывайте вводить мой ник при регистрации. Итак, сегодня я вам покажу, как же выращивать вот эту всю рыбу, там, медуз, черепах и так далее. Я специально ждал, пока вырастет вот эта акула, называется она белуха, кто не знает. Я специально ждал, пока она вырастет, чтобы ее потом продать. Она растет, пацаны, ну, примерно 20 часов, да. 20 часов. Не знаю, сколько нам за нее денег дадут, но сегодня мы это узнаем. Извиняюсь, если будет такой голос хреновый, потому что я что-то приболел, у меня горло очень сильно болит. Но видосы снимать нужно, поэтому... Если у меня будет чуть странный голос, то не обращайте внимания. Так, давайте заберем нашу белуху, наконец-то. Забираем ее. Ох, какие волны прикольные, блин. Мне нравится, когда на волнах качается моя яхта. Это очень прикольно выглядит. Ух ты, ёпта. Атмосферненько так, атмосферненько, да. Все, я собрал белугу. 84 килограмма она весит или сколько? Ладно, не знаю. Давайте, наверное, поедем. Ну, давайте Lexus возьмем. Потому что я его недавно купил только. Покатаемся на нем. Так, заводим. А, ключи. Окей, все, заводим и поехали продавать сначала акулу. Потом покажу вам, где покупать вообще эти все рыбы, медузы, черепахи, акулы. Ну, вы поняли, короче. Так, сейчас мы едем продавать акулу, я вам покажу. Вот, заезжайте, короче, в Арзамас. И направляйтесь вот сюда. Вот через вокзал проезжаете, поворачиваете сюда. И едете, короче, прямо. Прямо-прямо едете. Так, тут радары у нас, ладно, поехали. Вот, здесь такое здание есть. Вы можете в GPS найти, я не помню, где оно именно находится, по-моему. Блин, я не помню, где оно находится. Другое, наверное. А, вот, другой рынок. Вот. А вот, рынок фермерских товаров. Вот здесь это находится, короче, кто не знает. Так, и вот здесь можно продать свою рыбу. Блин, надеюсь, мне нормально денег дадут за акулу. Я потому что не знаю. Так, видите, белуга 1500, а что так мало? Осьминог 8000 стоит килограмм. Попугай, черепаха 1500. Это кто понял, осьминоги, типа, самые такие охуенные. Надо будет продать, короче, так. 126 тысяч всего лишь мне дало, короче. Ну да, я так понял, нужно осьминогов. Что-то за акулу как-то мне маловато дали. Видите, за осьминога за 1 килограмм дают 8 тысяч. Поэтому давайте, я думаю, осьминогов лучше посадим, так сказать. Мы вообще черепах хотел посадить, но видите, за черепах как-то мало дают денег. Поэтому давайте осьминогов будем садить. Потому что за них очень много дают денег. Давайте сейчас их купим в магазине сначала. Что за долбоёб? Блять. Я к тебе. У меня 1 литр. Что бывает? Покупать, короче, рыбу. Сейчас я вам покажу, где. Ну, тоже магазин, короче, садоводства. Вот. Их, по-моему, там, ну, пару штук на сервере, короче. Я всегда здесь, короче, покупаю. Да. Сейчас пойдем купим этих осьминогов, блядь. А чё так, блин, чё такие акулы дешевые? Я так долго выращивал, чтобы, блядь, нихуя не получить. Так, осьминог у нас выращивается 1100 минут. Ну, окей, так. Креветки, черепахи. Блять, сейчас надо машину сесть, то пропадет. Опачки, рулеточку я получил. Давайте покрутим. Ежедневная рулетка. Давайте покрутим чисто так, чтобы она у меня не валялась.
XP. 4 XP, ну нормально чё. Все равно ролики на халяву, как бы любой даже подгончик будет нормальный. Так. 4 штуки. Собираем, все. Так, погнали, короче, покупать. Не знаю, может мне лучше черепах посадить, потому что они быстрее растут. Просто тогда ждать я не очень хочу, блин, 1100 часов. Это, блин, часов, наверное, 17. Сом есть еще. Окунь. Окунь, щука. Растет так. Ну, видите, осьминог растет 1100 минут. Блять, это долго, пиздец просто. Можно черепах посадить. Они растут 700 минут. Давайте купим и осьминогов, и черепах. Так, давайте купим. Ну, осьминогов купим 10 штук, ладно. Вы не можете унести столько рыбы. Давайте 5 купим, ладно. Блин. А, у меня, наверное, есть осьминоги, ну ладно. Так, рыба, черепаха. А, да, у меня, походу, все забито, блин, ладно. Да, поехали, посадим. Либо осьминога, блин, я не знаю, просто осьминоги долго растут, но за них я получу очень много денег. Поэтому я не знаю, что делать. А вот черепаха быстро растет. Ну, как быстро. 700 минут, а осьминог 1100 минут. Не знаю, короче. Наверное, все-таки я осьминога посажу, за них много денег будет давать. Поэтому вот такие вот дела. Да-да-да. Так, все, я приехал к дому. Давайте паркуем наш Lexus. Паркуем наш Lexus аккуратненько. Вот так вот. И погнали садить рыбу. Я, блин, правда, команду не помню. Settle, по-моему. Сейчас, короче. Надо их, по-моему, по углам садить. Давайте попробуем. Так, А, да, вот. Так, давайте осьминог. 7-й, да, номер, хорошо. Вот этот осьминог. Вот так нужно передвигать этим осьминогом просто. Так. Нам нужно, чтобы он... Нет, вот. Нет, не то. Тоже не то. Как его... А, во. Хрен поймешь, как он... Так. Угу. Давай сюда. Что воды как-то маловато. Рыбе нужно больше воды, хорошо. Вы загнали рыбу слишком глубоко. Спасибо, наконец-то. Так, давайте теперь с другой стороны. Как это надо размещать, вон, как у Димы. По углам их нужно размещать. Так. Сюда его. И опускаем. Так, вот что я посадил, это две вот эти, блин, как они, осьминоги называются. Ну, хотя это медуза, по сути, но они называются, типа, осьминоги и черепаху, вот сюда посередине, короче. Всего можно садить сразу же, ну, сразу, короче, три каких-то, так сказать, морских животных. Только три можно. Ну, я вижу, все черепахи в основном, кстати, садят, вот сосед мой с другой стороны. Смотрите, у него три черепахи. Хотя черепахи там по 1500 килограмм. Я не знаю, типа... Дальше там тоже черепахи, кстати. Видите, все черепах почему-то это. Я тоже думал, хотел черепах. Но... Да, видите, вот черепахи, черепахи. Одни черепахи, короче. А вот еще сом есть. Прикольно. Видите, здесь тоже черепахи. Я не знаю, почему одни черепахи садят. А, вот еще сом вот этот. Что это у нас? А, щуку садят еще. Надо бы тоже черепах, наверное. Это прибыльно, если все садят черепах. Видите, вот черепахи. Видите, у всех все одинаково, поэтому...
Надо будет тоже так сделать. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.